Разойтись мирным путем у юмористов не вышло. Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко обсуждала, наверное, вся страна. Но долгое время было непонятно, как же звездные супруги поделят нажитое за 33 года брака имущество. Точку в судебном процессе поставили лишь в апреле 2022 года. Заседание длилось около 6 часов и проходило в закрытом режиме. Известно, что богатство Степаненко и Петросян поделили между собой пополам. Вот только что именно досталось каждому из артистов, так и не предали огласке. Однако ни для кого не секрет, чем пара успела обзавестись за несколько десятилетий. Так бывшие супруги распилили 3 квартиры в Сеченовском переулке, загородный дом в Одинцовском районе, квартиру в Зачатьевском переулке, однокомнатную квартиру в центре Москвы, еще одну, в Большом Кондратьевском переулке и 5 машиномест. Помимо этого шли разбирательства касательно дорогостоящей коллекции Евгения Вагановича, которую оценивали в 1 миллиард рублей. В нее входили картины, скульптуры, а также книги, передавала КП.